Казалось, солнце залило весь поселок Басьяновский. И на весь поселок со стороны школы 12 разносилась веселая музыка о детстве и школьных годах. Все ученики собрались на последний звонок, но он звучал только для двух выпускников, вернее, выпускниц. Ребята громкими аплодисментами приветствовали 11 класс Лолу Новикову, Дашу Мальцеву и их классного руководителя Екатерину Алексеевну Нестерову. Для них самое почетное место на ковровой дорожке. 11 пока еще учеников 9 класса разместились напротив. Слово директора Ларисы Ширма, пожелание главы администрации поселка Басьяновский Анатолия Еремина, поздравление представителя корпорации ВСМПО «Висма» Максима Костюка – все для двух девушек, которые с импровизированной ковровой дорожки уже завтра шагнут в большой мир. Лола планирует связать свою жизнь с экономикой, Даша – стать ветеринаром. И обе выпускницы надеются, что их родная школа никогда не закроется, а поселок получит второе дыхание. К слову, Максим Костюк, вручавший выпускницам подарки от корпорации, все свое детство провел на Басьяновке. Мои родители именно с поселка Басьяновский. Дед Костюк Степан Федорович, отец Костюк Анатолий Степанович, он ныне здесь живет. Все лето, вот летние каникулы, пока учились в школе, мы проводили здесь с моим братом Степаном и старшим братом Евгением. Здесь было здорово и весело, когда мы росли. И хочется, чтобы этот поселок жил и развивался. И пока жива школа, Басьяновский будет жить. Как символ этой надежды, выпускницы 2017 года передали вымпел от первого выпуска 1954 года двум девчонкам, для которых последний звонок прозвенит в 2018 году. Thank you.